13.07, примерно в 13.30 по улице Волгоградская, города Кривого Рога. Со стороны площади Горького в сторону площади Артема двигался автомобиль «Москвич» 2140, у которого произошла разгерметизация переднего левого колеса, после чего водитель утратил управление над автомобилем и выехал на полосу движения микроавтобуса «Мерседес». Микроавтобус «Мерседес» совершил наезд на препятствие, на столб, в результате чего было травмировано 6 пассажиров данного микроавтобуса. Разбирательство по данному факту проводит Саксанский районный отдел милиции.